В результате анализа информации, содержащейся в памяти мобильных устройств, правоохранителями были установлены места закладки тайников. При проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из них изъято более 600 граммов запрещенных к обороту веществ. В ходе анализа информации, содержащейся в памяти мобильных устройств фигурантов, правоохранителями было установлено, что именно на территории различных городов Брестской области было сделано около 1500 закладок с наркотическими средствами и психотропными веществами. Более 300 тайников при этом были обнаружены, и из них изъято более 600 грамм наркотических средств и психотропных веществ. Действия каждого из обвиняемых квалифицированы как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Все изъятые закладки прошли детальное исследование. Как было установлено экспертами, содержимое являлось наркотиком химического происхождения, в состав которого входит синтетический психосимулятор Альфа-ПВП. Эксперты Управления специальных экспертиз Государственного комитета следствия по Брестской области провели исследование, после которого было установлено, что данное вещество содержится в составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, Альфа-ПВП. В результате проведения экспертизы последующих свертков также было установлено, что все вещества, находящиеся в пакетиках, содержатся в составе аналогичного вещества альфа-ПВП. Таким образом, на улице Бреста, благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов, не попало более 300 закладок особо опасного психотропного вещества, которое могло потенциально угрожать жизни и здоровью брестчан. Сегодня для того, чтобы проверить вещество на содержание в нем компонентов наркотиков, экспертам нужно достаточно ограниченное количество времени. Благодаря современным информационно-техническим комплексам исследование получается достаточно детальным и четким. Благодаря этому аппарату эксперт, в принципе, за один час может установить, является ли вещество подконтрольным Республике Беларусь или нет. То есть простым языком, наркотик это или не наркотик? Следственным комитетом проведены все необходимые мероприятия. Дело передано прокурору для направления в суд.